Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров. И сейчас я вот хочу вам задать такой полуриторический вопрос. Вот как вы думаете, что такое музыкальная импровизация? Может быть, вот это? Эйо, меня зовут Габоныч, я читаю здесь перед вами свой фристайл. Вместе с друзьями я читаю про разные кроссовки, потому что я очень люблю кроссовки. Это обувь для всех на свете, лучше ее просто нету. Если вы считаете, что это фристайл, ребят, мне вас искренне жаль. Как мне иногда и себя жаль, когда я занимаюсь этим у зеркала. Потому что настоящий музыкальный фристайл, настоящая музыкальная импровизация – это нечто намного большее. Да, сегодня мы поговорим о коллаборации Хафф и Майлз Дэвис. Поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы и войдете в анналы. Да, я знаю, это ужасно, друзья, и когда мы начали говорить о великом Майлз Дэвисе, туда приплетать какой-то речитатив, ну, зря, может быть, я это сделал, но ладно, это все вы меня знаете, я слегка дурак. Так вот, сегодня у нас рассказ о коллаборации Хафф и Майлз Дэвис, и поэтому будем очень много говорить об этом великом музыканте. Ну, серьезно, эта глыба, я не знаю, с кем еще в современной музыке она сравнима, потому что это человек, который начал еще, наверное, с 40-х годов не просто заниматься музыкой, а придумывать, можно сказать, новые жанры, выпускать пластинки, которые затем становились основополагающими в различных подвидах джаза. Когда он выпустил Birth of Cool, пластинка, которая стала самой яркой, наверное, пластинкой и таким вехой в новом жанре cool jazz. Потом, когда он выпустил Kind of Blue, тоже очень интересный альбом, который тоже был очень джазовый. Затем он решил, что это ему неинтересно, он менял жанры, все время искал что-то новое. И поэтому сделать просто коллаборацию с Майлз Дэвис, ну, я думаю, для этого Хаффу пришлось бы, наверное, целые 2 года выпускать вещи. Настолько это разнообразный человек, настолько у него много интересных оттенков. Поэтому Хафф решили сконцентрироваться на так называемом электрическом периоде творчества господина Майлза Дэвиса, а именно на периоде с конца 60-х по середину 70-х годов. К этому моменту Майлз Дэвис уже был великим музыкантом, человеком, ну, фигурой в джазе, наверное, одной из самых таких ярких, одной из самых интересных, сравнимой с Джоном Колтрейном, сравнимой там с Луи Армстронгом, с Джоном Колтрейном, короче, сравнимой. И на его счету уже были культовые композиции, но он не хотел останавливаться. И поэтому после того, как он женился на молодой манекенщице, которой было всего 23 года, а ему тогда уже за 40 лет, она познакомила его с тем, что сейчас, ну, в моде у молодежи. Ну, представляете, это то же самое, как если бы сейчас такой 40-летний дядя, не думайте, что я про себя рассказываю, начал бы знакомиться с девчонками, рассказывать, а чё, как у вас там эти тиктоки, да, челленджи делаем, да, как это, круто? Вот, ну, в общем, можно сказать, что-то похожее начал делать и господин Майлз Дэвис. То есть он начал обращать внимание на современную музыку, и один из его биографов рассказывал, что друзья ужаснулись, когда они приходили к нему после свадьбы и видели, что он вместо джаза, вместо каких-то джазовых записей слушает сол, слушает фанк, слушает какие-то рок-записи, что тогда для джаз-музыкантов, которые, ну, немножко сторонились вот этого всего, было чем-то неприемлемым. И сразу начали говорить, что Майлз Дэвис закончился, Майлз Дэвис продался, все, фигня, выключай, денег тебе никто не даст. Хотя получилась абсолютно обратная вещь. Майлз Дэвис, как я уже говорил, он, ну, он жил джазом. И то, что я вот начал говорить про музыкальную импровизацию, это, в принципе, ну, одна из основных вещей, почему он был известен. Этот великий трубач, он очень любил музыкальную импровизацию. То есть он редко играл по нотам, и даже одна из основных таких красных линий, которая идет практически через все его творчество, это его фраза «Don't play what's there, play what's not there». То есть не играйте ноты, которые написаны, играйте ноты, которые не написаны. То есть импровизируй, вноси в музыку что-то свое. Вообще принцип «музыка живет здесь и сейчас» очень для него был важен. Например, когда вот наступили эти же самые 70-е, 60-е года, он отказывался на концертах играть свои ранние вещи. И когда его спрашивали, типа, ну, товарищ, ты что?
Вот, он отвечал: ребят, музыка – это живое. Музыка, она есть здесь и сейчас. Вот тогда я жил той музыкой, и я ее вам подарил. Сейчас я живу абсолютно другим, и мне хочется исполнять вам что-то другое. Причем вот это вот желание исполнять все здесь и сейчас вылилось в то, что, несмотря на очень и очень плотный гастрольный график, огромное количество сессий в студиях, за время его вот этой вот электрических годов осталось не так уж много официальных записей. Потому что сам Майлз Дэвис говорил, что играем здесь, сейчас, не нужно ничего записывать. Более 2 лет он собрал квинтет из очень интересных музыкантов современных, тоже далеко не самых джазовых. Вместе они играли по всему миру, выступали на радио, и не было записано ни одной официальной записи. До сих пор бутлеги, записанные с радио, когда он выступал для радио, вместе с этими музыкантами расходятся и считаются очень популярными. Но официальных записей нет. А те записи, которые выходили, например, альбом In a Silent Way, он, несмотря на то, что продолжается более 40 минут, представляет всего 2 записи. Причем тоже, что очень интересно, как сами звукорежиссеры позднее рассказывали, эти записи были склеены. То есть музыканты садились и играли в студии достаточно долгое количество времени, очень много импровизируя, повторяя какие-то моменты из той музыки, которую они наигрывали. И потом Майлз Дэвис вместе с звукорежиссером сидели и склеивали части записи, подставляли их, и вот из этого огромного количества материала сделали 2 больших таких записи. Потом он не раз, например, в альбоме Beaches Brew, который, кстати, тоже есть в коллаборации, и вот с такой замечательной панамки и несколько еще других айтемов, не побоюсь этого слова. И в этом альбоме он тоже пробовал вот именно такой способ записи, когда очень долго игралась какая-то музыкальная тема, а затем еще без интернета, еще без различных там программ для обрезания и музыки, просто с помощью магнитофонных записей обрезалась лента и вставлялись части, и вот из всего этого огромного наигранного материала затем компилировались те вещи, которые выходили уже записанными. И это интересно, да, потому что именно поэтому очень популярны были и живые записи Майлза Дэвиса, потому что они всегда отличались от того, что человек мог услышать на его записанных альбомах. Как я уже говорил, человек был гением импровизации, мастер импровизации. Музыка живет здесь и сейчас. Музыка, она вот то, что есть. Не нужно ее помещать на какие-то проигрыватели, не нужно ее помещать в музей, нет. Живи музыкой. Вот такой был стиль жизни этого человека. И такие были несколько его альбомов. Очень экспериментальные, очень, может быть, рваные. Ну, вот честно скажу, я, готовясь к этой записи, переслушал эти альбомы, которые до этого, ну, прослушивал так, что называется, для общего музыкального образования. Сейчас решил каждый там по паре раз прослушать. Музыка слушается не так уж, чтобы легко, но мне кажется, это то же самое, что великий Достоевский. «Преступление и наказание» – великое произведение, но читать его абсолютно нелегко, но прочитать стоит. Так и здесь. Это далеко не самая легкая музыка. Это не рэп, йоу, это не какой-то хардкор, это не какие-то интересные другие жанры музыки, к которым тоже безграничное уважение, но это такая вот живой организм, чтобы слушать его, это тоже достаточно сложно. С другой стороны, конечно, вспоминается недавняя такая шутка, что сторисы и какие-то видео, записанные под непонятную психоделическую музыку с плохим освещением, на самом деле несут в себе очень важное социологическое послание. Они говорят нам, что данный человеческий индивидуум начал торчать. К сожалению, это произошло, кстати, и с Майлзом Дэвисом, и, конечно, наркотики повлияли не очень хорошо на его творчество. Да, когда-то там это были прям фонтанирующие какие-то новые идеи, которые родились во всех этих альбомах. Еще один альбом «On the Corner», который был затем далекий от джаза, но очень любимый многими рок-музыкантами, хип-хоп-музыкантами и прочим. После этого он ушел в такой рехаб и практически до середины 80-х ничего не выпускал, лечился, пытался от красивой жизни немножко отдохнуть. Такая была история. И еще хочется отметить ряд его живых альбомов, в котором особо выделяется альбом «Пангея». Альбом, который был записан в Японии, и альбом, который представляет всего 2 записи.
То есть одна называется Зимбабве, вторая называется Руанда. И вместе они представляют Пангея. Для тех, кто не знаком с мифами и различными теориями конспирологическими, Пангея – это был огромный континент, состоящий как раз из Африки и Азии. И вот как раз посвященный этому альбому «Живому» вышел вот такой вот замечательный Varsity Jacket у Хафа, где тоже есть надпись, про которую я говорил, «Don't play what's there, play what's not there», то есть играй не те ноты, которые написаны, а те, которые не написаны, и посвящение вот этому живому альбому. Кто был на том концерте, ну, говорили, что это действительно что-то чарующее, что-то невозможное, и хотя эти две, ну, живые записи, они просто названы какими-то словами, кто-то угадал в них ноты и темы произведений, которые выходили в предыдущих альбомах Майлза Дэвиса, но в целом это прям такая сплошная импровизация, часть из которой дошла до наших дней. К сожалению, сегодня Майлза Дэвиса уже нету, он умер в начале 90-х годов. Мне, кстати, интересно, что бы было сейчас? Пошел ли он в какую-то электронную музыку, начал заниматься бы каким-нибудь там NFT музыкальным производством, или наоборот годы бы взяли свое, и он уже начал говорить, что нет, вот это все говно, а вот в наше время, в 70-е, вот тогда был настоящий рок-н-ролл. Не знаю, сказать сложно, но у нас есть его музыка, его альбомы, которые я очень советую вам послушать, причем не только его электрический период конца 60-х до середины 70-х, но и ранние произведения, но и поздние произведения. Ну и, конечно же, обратите внимание на ту одежду, на ту коллекцию, которая посвящена как раз вот этим электрическим годам. Самые яркие вещи я, как самый главный цыганин, нацепил на себя. Очень мне понравилась вот эта панамка с логотипом альбома Bitches Brew, альбом, который миллионными тиражами был продан, альбом, который уже уходил от джаза немножко в психоделику, за который тоже все начали говорить, что он продался, хотя если слушать сегодня, ну думаешь, нет, ну какая-то психоделика, скорее всего, это все-таки ближе к джазу. Вот этот вот бомбер, про который я рассказывал, посвященный живому альбому Пангея, и замечательная такая легкая рубашка, который открывает Майлз Дэвиса еще с одной интересной стороны. Дело в том, что кроме создания музыки, кроме создания еще и кроме игры на трубе, он еще и рисовал. И вот эта вот картина, она называется «Автопортрет». Тут, кстати, тоже интересный момент, что в этот раз Хафф решил сделать еще и досочку, посвященную этой коллаборации, тоже с этим рисунком. И еще очень интересный альбом, еще очень интересный такой рисунок, роспись Майлза Дэвиса, надпись «Хафф». И вот смотрите, вот такое вот интересное вот сочетание пальцев руки. Я думаю, что те, кто старше 18 и немножко пошлые, они знают, про что это. Вот. Ну, Хафф не мог это сюда не добавить и добавил. В общем, вот такая интересная коллекция, вот такая интересная музыка, друзья. Во всех наших обзорах мы, правда, хотим рассказать не только про кроссовки, не только про интересные какие-то модели одежды, но и про целые культурные пласты, понятно, что чаще всего поп-культуры, которые связаны с этими самыми одеждами. Ну и приятно, что джаз – это все-таки чуть-чуть повыше музыка, поэтому, может, в какой-то момент будем в смокингах здесь стоять и рассказывать вам о классических произведениях эпохи Возрождения. Такое тоже может быть, друзья. Но самое главное, занимайтесь скейтбордическим катанием. С вами был Дмитрий Егоров. Заходите на сайт магазина Squad, выбирайте себе что-нибудь из этой коллекции, потому что она достойна того, чтобы быть у вас в коллекции. До новых встреч, друзья. Хорошего лета вам. Пока.